я запросив вас після того, як в неділю ви збиралися біля залізничного переїзду. Я вас запросив. Запросили ми працівників патрульної поліції. Ми хочемо з'ясувати всі ваші проблемні питання, разом сісти, розібратися і допомогти. Ті звернення, які ви зараз наголошуєте, ми будемо реєструвати і від імені керівника поліції, вони направлені до керівництва міської ради. Я думаю, таким чином. Ви, в свою чергу, особисто зверталися з цими питаннями, проблемними, да? І ми також продублюємо з боку поліції. Мы просто думали, когда вот произойдет как бы выборы, что-то сдвинется, как бы пойдут нам навстречу. Но фактически мы не видим никого. Понимаете, кто бы пошел и отстаивал наши права. Да как-то добавились и все. Мы начали нашу правовую нашу безопасность. Мы вам отправляли уже два раза письмо, что у нас происходит невозможно уже жить. У нас там школа, садик находит, люди, пенсионеры. Сделали уже трассу на фурами. Во-первых, дорога, вы знаете, какая должна быть по ширине для того, чтобы фуры там ездили. Она даже не соответствует этому. Половина а вы не дорог... там есть обмеження? Так, якщо це по вулицю Дарвіна, да? Заводська. Дарвіна, то там є обмеження, там встановлено знаки 3-3, проїзд вантажних транспортних засобів заборонено. Ні, це знак стоїть возле школи Мадабіві, спасибо. А через сам... Через сам Машмет район. Во-первых, это узкая дорога. Ну, стыли там полдороги, никто ее не чистит никогда. Это вы про яку саму вулицу? Центральная Дарвіна, да, сама. Вот начиная с Масложира, как с моста въезжать. Это, это которая основная? Там, где яма. Там, где яма. Да, да, там, где переезд. До переезда и до завода подъехать. Мы разумеемся. Потому что очень много баз, фуры за фурами. Кольцевация, как? Кольцевая, и заводская получается. Рядом находится школа, и фуры летят с такой скоростью. Насчет знака об ограничении и о весе вот написали. Один знак вроде бы стоит со стороны. Справа в том, что полиция не встановлює дорожні знаки. Ми погоджуємо їх встановлювати. Тобто я можу звернутися до управління житлово-комунального господарства та порадити їм там, що зробити. Але не я встановлюю. Все, що до нас надходить від вас, в тому числі, ми пересилаємо за належністю до міської ради. Вони потім до нас можуть звернутися за погодженням тих чи інших змін. Вони зверталися до нас? Ні. Вони вірять, що ви розуміли. Антон Володимирович, конкретно, скажімо, по вулиці Дмитрова. Далеко не будемо ходити там, де ми перекривали. Це... Улица Димитрова 1, там где вот этот вот опасный поворот, отсутствуют здесь знаки, что опасный поворот, отсутствуют знаки «Осторожно, дети», так как напротив детский сад, отсутствуют лежачие полицейские. Мы обращались в ЖКХ, и они говорят, что полиция против того, чтобы ставить там знаки. Поэтому мы хотим, чтобы представитель полиции прошел с нами на сессию. Горсовета. Завтра будет сессия Горсовета, и мы, как инициативные группы от митингующих, хотим пройти в Горсовет. И мы хотим, чтобы с нами прошел туда представитель полиции. Так как много чего не соответствует действительности, мы это знаем. Мы это знаем, что должно устанавливать ЖКХ, но наши хозяйственники не считают нужным это делать. Они нас начинают футболить, что идите в полицию, что этим должна заниматься полиция. Но мы прекрасно знаем, что полиция должна только узгоджувати. Шановні, я вважаю, що треба робити таким чином. Звісно, ми можемо піти і на сесію, але на всіх сесіях є регламент. Я вважаю, що буде доцільним зробити це таким чином. Ми реєструємо ваші звернення, да? Ви уважно їх розглядаєте, готуєте листа до голови об'єднаної територіальної громади, що звернулися такі-такі до одного обов'язково після залишеного брифінгу. Співбесіди, ми запишемо ваші дані, зареєструємо належним чином і підготуємо звернення до міської ради від вас і від нас, що є такі-то нагальні проблемні питання, які треба вирішувати. Таким чином будемо діяти, так? А ви можете, до того, смотрите, у нас вот на мікрорайоні такий центр, такий компактний, там школа і напротив общежитие, далі йде садик, далі йде профілакторій
и поликлиника наша. Эта дорога никогда не была центральной. Вот из этих фур, что поразбирали. Да, фуры, которые поразбирали, теперь по этой дороге объездной. Вот там, где постоянно дети, понимаете, там школа и напротив общежития. Там территории как таковой, общежития нет, и у школы, где дети там вышли. Тротуара даже нет. Тут, раз ребенок идет, едут, я миллион уже видео снимала, уже в телевидении, и в полицию вам отправляют. Если полиция поставит видеокамеру, то реально бюджет города поднимется на штрафах, и больше они туда не будут. Вадим Лях ответил, что нужно, и полиция мне отвечала, когда разобрали завод, она раньше была подъездная, эта дорога всю жизнь. При СССР, туда только подъезжали машины, там есть один жилой дом, к столовой, ну, такие машины. На данный момент сейчас сказали, ее не успели, как, я не знаю, как правильно называется у вас в проекте, по плану записать, что она как подъездная считается. Mm-hmm. Поэтому полиция говорит, мы не имеем права сейчас ставить там знак как подъездную, потому что надо отремонтировать вот эту центральную дальнюю. И едут с такой скоростью машины, что честно, вот идет, а младший корпус находится, это надо... Ви всі розумієте, що ми обговорюємо проблеми, а треба починати з причин, чому ці проблеми. Причина – це незадовільний стан дорожнього покриття. Так? Якщо буде відремонтоване дорожнє покриття, звісно, що не буде цих порушень. Быстрее ее отремонтируют, если здесь ее подъездную зафиксировать. Потом у меня ребенок вот в третьем классе, приходится его водить каждое утро, потому что он боится, он когда-то полчаса не может даже перейти через дорогу. Тут фуры едут, нету лежачих полицейских даже через пешеход. Мы как из этой школы просим положить нам и знак. Он боится даже переходить. Чтобы дойти до младшего класса деткам или в садик, вот где такое видно, что под садик открываешь калитку и нету тротуара, а сразу проезжая часть, летят машины. Ми обов'язково відреагуємо на це зауваження. Хочу наголосити, що територія обслуговування Слов'янського відділу поліції складає 1300 квадратних кілометрів і всього у нас працівників поліції 200 чоловік. Я вважаю, що патрульна поліція повинна буде наблизити наряди, да? Час від часу виставляти, нести службу. Да. Який час, як часто їздять фури? Денний, вічний, вечірній, зранку? Літом, ночі постійно і днем їздять. Ну, цікавить саме зараз. Не Ще одного часу я пропоную після нашої зустрічі обмінятися контактами та завтра виїхати на місце, щоб ви особисто мені показали, що там тут потрібно. Потому что везде смотрю, везде полиция проверяет безопасность возле школы по другим городам, ну, кроме нашего Машмета. Тут уже аж плохо хочется, правда. Ми ж для чого ми тут зібралися? Ви наші помічники, ми ваші помічники. Дійсно, ми не можемо знати всі проблемні питання. Чому зібралися, щоб розібратися, почути проблемні питання і дійсно реагувати на них. Не просто порозмовляти і забути. Ні, такого не буде. Ми дійсно будемо робити. Але це два рази вже я приходила, все вироспокоює. Згідно з повноваженням. По безпеці, опять вам вопрос районного мозку. Я в тому году, в октябрі місяці, обращався. Патрульной полиции приезжали на перекресток, где магазин «Зустрич», это улица Барвенковская. Там очень опасный перекресток, уже сколько я бьюсь, там, ну, как бы, без толку. Вот год прошел, вообще ничего. И ответ мне вот пришел. Да, я ответил. Вот. Там ситуация какая? Там три района на этом перекрестке. Это Собачонка, Вымовка, Рыбкос, Булбасовка соединяются. Там зона видимости плохая. Там, когда с Ипоза выезжают, получается, ты подъехал к перекрестку, справа ничего не видно, и бугор сразу. И человек выехать не может. А утром, ну, час пик, утром, вечером, это жесть. Я еду каждый день там.